Мечтаешь о любимой шоколадке за просмотром фильма? Смотри в нашем видео, как пронести свои сладости в кинотеатр. Ваш билет. А это что? Со своей едой нельзя. Ну, ладно. Следующий. Но я так просто не сдамся. Где моя маленькая помощница? Эй! Аккуратнее! Моя умница! Мы это сделали! Такс, что это вы там едите? Давайте сюда! Ох уж эти влюбленные! Но почему здесь? Он ушел. Теперь можно перекусить, мой сладкий. Вау! Да, это любовь. Здрасте. Вот мой билетик. Здравствуй. Смотрите, какая у меня рыбка красивая, правда? Ой, мамочки. Да, да, проходи. Спасибо. Привет. А у меня есть рыбка. Смотри, розовая. Моя рыбка. Моя. Отлично. Все поверили, что моя рыбка настоящая. Теперь я могу выпить спрайт и съесть свою желешку. Ммм, вкуснятина. Все готово. Это печенье выглядит точно как земля. Привет. Что она делает? Объедение. А вот и моя очередь. Впервые такое вижу. Может, и правда вкусно? Добрый вечер. Мой билет. Какая гадость! Удачи в поедании грунта. Отвратительно! Танцуй! Ла-ла-ла, ла-ла-лай! Вот мой билет! Проходите! Просто танцуй! Ла-ла-ла, ла-лай! Сработало! Да, просто танцуй и ешь пончики! Что еще нужно для счастья? Каждая девушка знает, каблуки могут все. Прекрасный день нынче. Точно. Ваш билет, пожалуйста. Все в порядке. Проходите. Благодарю. Пора доставать мои любимые конфетки. Вау, вот это лайфхак. А как ты думаешь, кому проще пронести еду? Девушкам или парням? Пиши ответы в комментариях. Что? Хотите конфетку? Нет? Как хотите. Вот мой билет. Чтобы смотреть крутые видео на нашем канале, билет не нужен. Скорее подписывайся на Оки-Токи. Кто разрешил есть свои сладости? Отдавайте. Ну это же мои конфетки. Были ваши, стали наши. Просто нужно знать, как сладости прятать. Конфеты вместо аксессуаров всегда срабатывают. И красиво, и вкусно. Оу, у меня есть идея. Комбо. Что она ест? Это же отвратительно. Пропустите вперед бедную слепую девушку! Конечно! Давайте билетик! Бедняжка! Вау! Какой симпатичный парень! Постойте-ка! А вы точно ничего не видите? Как вам не стыдно? Забирайте билет и уходите! Эх, такой план провалился! Ой, здесь же нельзя со своими сладостями! Но у меня есть идея! Просто притворюсь охранником. Мне тоже нужен бейджик. Готово. Была не была. Поехали.
Ваш билет? Какой билет? Я здесь работаю. Не смеши меня, парень. Какой из тебя охранник? Отдавай сладости и проходи. Стоять! Так не пойдет. Ну и ладно. Никто не видит. Отлично. Я должна взломать эту систему. Почти. Вот билеты. Что происходит? Оп. Это апокалипсис. Готово. Ждите здесь. Я спасу нас. План сработал. Надеюсь, мне этого хватит. Вперед, Поттер! Какой Поттер? Великий волшебник. Посмотрите на афишу. У вас даже в билете написано название. Ну что ж. Погодите, я вынужден изъять ваши средства передвижения. Жди меня здесь, малышка. Так-то лучше. Проходите. Странная девчонка. Появитесь, конфетки. Вау, сладости. Исчезни. Куда он делся? Эти сладости только для магов. Так, что здесь? Чисто? Проходите. Следующий. Вот мой билет. О, нет. Это же сканер сладостей. Там ничего нет. Давайте сюда свою заначку. Ладно, забирайте. Это не все. Идите. У меня тоже есть волшебная палочка. С билетом все в порядке. Можете проходить. Спорт – это хорошо. Но какое же кино без сладостей? Угощайся, красотка. Вау, спасибо. Поделишься? Держи. И я возьму. Ну вот, я же говорил. К просмотру фильма готова. Держи. Что? Это мне? Да, у меня есть кое-что получше. Руки прочь. Мои вкусности. Блаженство. Со своей едой нельзя. Что поделать? А это еще что? Вау! Да я везунчик! Мои сокровища! Фильм начинается! Скорее! Иду, иду! 24, 25... Это мое место! Но я уже сижу! А здесь полно пустых мест! Проваливай, кому говорят! Не буду! Вау! Неужели будет драка? Это мое место! Эй! Это же мои сокровища! Верни конфету! 3-1-2! Кругом голова! 8-7-5! Начинай плясать! 9-6-4! Вы лучший охранник в мире! Хорошая песенка! Эх, ладно уж. Я! Тише, не мешай смотреть. Без проблем. Меня и так мои зефирки заждались. Этот фильм должен быть очень крутым. Но я аккуратно. Со своей едой нельзя. О, нет. Есть идея. Просто спрячу свои конфетки в попкорн. Готово. Это не мое. Вот мой билет. Все хорошо, проходите. Такс, что тут у нас? Какие необычные заколки. Можете идти. Ох уж эти девчонки. Я за вами. Проходите вперед. Ну ладно, вот мой билет.
Хорошо, проходите. Вы серьезно? Сладости проносить нельзя. Я знаю, но может мы договоримся? Уберите это. Ладно. Эй, а если так? Другое дело. Теперь заходите. Ого! Видимо, земляки. Все хорошо, проходите. Сработало. Теперь можно есть. Достать палочки. Приступаем к осаде сладостей. Это была гениальная идея. Понравилось наше видео? Тогда ставь лайк, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. До встречи!